Всем привет, с вами Mad Science, и сегодня мы будем делать арбалет. Нам понадобится алюминиевая трубочка, понадобится отвертка, клеевой пистолет, также понадобится несколько шурупов, но это, я думаю, не проблема найти. И понадобится две вот таких вот деревянных рейки. Кстати, одна из них должна быть короче второй. Далее вы увидите все. И нам понадобятся вот такие вот бамбуковые палочки для шашлыков, которые продаются в любом продуктовом маркете. Их не проблема найти, так что я думаю, вы найдете. Их очень много и удобно использовать для стрел. Первым делом нам необходимо скрутить наши рейки таким образом, чтобы получилась вот подобная крестовина. Это мы сейчас и сделаем. Вот это мы заклеим клеевым пистолетом, так что не будет цеплять. Далее нам понадобится вкрутить болты, но наполовину, за которые мы будем цеплять нашу тетиву, так называемую. Теперь надо поставить направляющую наших стрел. Это будет алюминиевая трубочка, которую мы посадим на клеевой пистолет. Практически арбалет готов, теперь осталось натянуть резинку, которая будет в роли тетивы, и я хотел бы его еще перекрасить, поэтому я его покрашу, и сейчас вы все сами увидите. Итак, арбалет покрашен, высушен, и теперь мы ставим резинку. Резинку канцелярскую, обыкновенную, такие резинки много где продаются, и не проблема достать, так что я думаю, вы справитесь с этим. Делаем небольшую петлю, которая будет фиксировать наш болтик, вернее, петля будет фиксировать нашу резинку и будет очень хорошо сидеть на шурупе, не соскочит, то есть. Как вы уже понимаете, наш арбалет практически готов, и осталось намотать вот кусочки изоленты, чтобы обезопасить как бы часть резинки, часть нашей тетивы от износа, потому что при выстреле, как вы сами понимаете, она бьет по направляющей алюминиевой трубочке, и могут появиться зазубринки, и в дальнейшем резинка может порваться, поэтому мы это предотвращаем таким вот образом. Также спешу заметить, что вот подобные манипуляции с изолентой, в данном случае при наматывании ее на середину резинки нашей тетивы, то есть как бы способствует облегчению заряда стрелы и способствует более удобному выстрелу из арбалета, потому что на резинке увеличивается площадь как бы и не соскакивает стрела, это становится более удобным, я проверял, все работает, так что можете мне верить. Ну что ж, наш арбалет практически готов, вернее готов, а нам осталось сделать стрелы. Я сейчас наматываю изоленту чуть-чуть выше кончика стрелы, для того, чтобы уравновесить стрелу при полете и при выстреле. То есть, как бы стрелы летят ровно, это помогает при выстреле, помогает стрелять на более дальние расстояния и утяжеляет стрелу. Все, наш арбалет готов.
Итак, давайте теперь посмотрим, как он работает в деле, и протестим это все. Погнали! Спешу заметить, что наш арбалет довольно-таки неплохо стреляет, и сейчас я протестирую нашу стрелу, кончик которой намазан пиротехнической смесью с хлопушки, чтобы посмотреть, как оно хлопнет. Как видите, стрелы довольно-таки глубоко вошли в коробку, и задержала их только намотанная изолента. Получается, если намотать ее выше, то как бы глубже войдет сама стрела. А сейчас перейдем к тесту на свежем воздухе, где у меня возникла такая идея примотать петарды обыкновенные мелкие к стрелам и пострелять с них. И не спешите ставить дизлайки за то, что я стреляю слишком близко, потому что, как вы уже слышите сами, дул очень сильный ветер, и дабы попасть с первого раза с подожженной петардой, мне приходилось как бы стрелять с такого вот короткого расстояния, чтобы наша стрела попала и как бы вонзилась в этот апельсин, взорвалась, ну и вы сами все понимаете, как бы вы уже видите. И вот теперь наконец-то вы знаете, как делать самый простой, обыкновенный, а главное удобный мини-арбалет. И кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Кто подписан и смотрит наши видео, большое вам спасибо, мы вас ценим и любим. И до скорых встреч, друзья, до новых видео, пока!